Владимирович, почему у нас все так хуево? И с каждым днем все хуже и хуже. Меня зовут Карим. Я хочу стать строителем, потому что строители делают домы, они людям дают дом. Квартиры и двери, диваны, шкафы, кровати, телевизоры, балконы, печки, плита, стулья, стеклы. Все они это строят для нас. Вот потому что... Потому что...